Мастер репортажного фото Леонид Щеглов, ведущий фотокорреспондент «Белта» и сотрудник Гродненского корреспондентского пункта, представил гродненцам свою персональную выставку. Она посвящена фестивалю национальных культур, который с середины 90-х проходит в Гродно каждые 2 года и который должен был состояться в этом году. Но пандемия внесла свои коррективы. Фестиваль национальных культур – это мультинациональное событие, которое начинает летний культурный сезон в городе и которое пользуется колоссальной популярностью у жителей города и его гостей. За 3 дня, что идет фестиваль, его мероприятие посещает порядка 300 тысяч человек каждый год. Для гостей и участников это повод встретиться, пообщаться, поделиться историей и сутью своей культуры, узнать другие. А для фотографа это изобилие живых, непостановочных репортажных кадров. Одним из лучших мастеров этого жанра в Гродно, да и в стране, является фотокорреспондент белорусского телеграфного агентства Леонид Щеглов. И хотя в этом году фестиваль не состоялся и увеличить портфолио не получилось, это не значит, что у фотографа нет материала с прошлых лет, который благодаря особому взгляду мастера позволит окунуться в атмосферу яркого и шумного праздника. Это культурное событие уже стало традиционным, и основная канва событий всегда узнаваема. Тем не менее, настоящий профессионал умеет всегда найти что-то особенное. Прежде всего, для каждого фотокорреспондента фестиваль – это огромное количество сюжетов, тем, потому что каждый фестиваль уникален, каждый по-своему. Каждый раз появляются новые национальности, новые люди, новые гости, новые скульптуры, новые памятники. После этого всего остается огромное количество фотографий, тысячи фотографий в архиве. И самое трудное было выбрать для этой выставки самые интересные и яркие. 56 фотографий напоминает, каким был и как менялся фестиваль с 2002 и по 2018 год. Подворье, блюда, танцы, обычаи и, конечно, люди. Главное украшение и смысл праздника. Все это запечатлено в работах Леонида Щеглова. Посмотреть фотографии, приобщиться к атмосфере фестиваля национальных культур и, возможно, даже найти себя на снимках можно в атриуме торгового центра Old City. На протяжении 5 лет около центра Old City принимают участие в самых масштабных и грандиозных проектах города Гродно. Фестиваль национальной культуры не исключение. Увы, в этом году, к сожалению, фестиваль национальной культуры перенесли. Но почему не показать историю фестивалей, историю 10 фестивалей национальной культуры в объективе одного человека, Леонида Щеглова? И именно сегодня мы здесь открыли эту выставку для того, чтобы все жители города Гродно, а в последующем и гости города нашего Гродно, имели возможность увидеть, как развивался фестиваль национальной культуры в городе над Неманом.